Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Капанда, и сегодня играем мой любимый Roblox Tower Battle, он же Tower Defense, вместе с моими подписонами. Всем привет, всем здорово. Так, я в команде синих, со мной Friend N, Pigeon Warrior, если правильно прочитал, играем против команды красных, 173-613, о, мы с ним уже играли. FFGDDGH какой-то, потому что язык сломаешь, ники. И Ларион Фантом. Короче, Фантом. Coca-Cola Фантом. Ладно, быстро прочитал, извиняюсь, если что там неправильно было. Как мог, я старался. Ма 700. Вы куда-то разошлись, я пока читал. Ну-ка. Потише, потише, ребята. Так, ферму ставим, как обычно, и ставим джипаря. Глянем, пошлите, что у соседей. Блин, мне тут чем карта не нравится, так долго отсюда вылазить надо. Слишком долго вылазить надо. Так, 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 и теперь сюда. Что тут у соседей у наших? Так, ферма 1, ферма 2. Что-то много ферм, ребята. Вы тут как бы смотрите, чтобы вам подпесто не порвали. Много ферм сначала лучше не ставить. Что у них, пикалетчик, 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 еще один пикалетчик. А джипарей что ли нету у них? Эй, а что вы без джипарей, ребята, как вы будете тащить? Ну, у них там, наверное, свои козыри в рукавах. Вот не люблю эту карту, что-то там выпрыгивать отсюда неудобно. Эй, выпустите меня, хочу домой. В гостях хорошо, дома лучше. Выпускайте, выпускайте меня. Хоп-хоп-хоп, и теперь вокруг оббегаем. Неудобно, буду только сверху вот так вот палить. Ну, хотя я люблю в гости к соседям бегать, тоже надо глядеть, что у них там, да как. Чтоб подстраиваться, смотреть там, чё кого. Подглядывать, как говорится. Так, ферму за 250 апаем и копим 550 на ферму 3 уровня. Так, у меня джипарь, надо джипаря, конечно, апнуть. За 380 надо апнуть. Чё у нас еще есть? О, эльф есть. Не, эльфа я убрал, я поставил этого командира. Всё, не могу никак его нормально затестить, до конца проапать. То дисконнект. То мы быстро выигрываем, то мы быстро проигрываем. Как-то так. Я не могу нормально прям, чтобы было волн там 30-35, чтобы далеко дойти. Так, давайте я апну джипарей, наверное, 380. Купим бампер. Где он? Вот он, бампер, бампер, бампер. Вот он, колючий бампер. По коленкам будем бить. Нашим зомбакам бампером по коленкам. Так. 204, ничего мы на 204 не купим. Но я буду копить, наверное, 550 на лейку. На лейку поливалку на нашу, чтобы больше приносило денежек. Лавандосика. Монеточки наши, рублики, доллары, чтобы капали. На что они там покупают, не знаю. Наверное, рублики. Но это не точно. Глянем, что у соседей вот так вот. Я вниз спускаться не буду особо, а то опять долго залазить. Так, мы вот так оттуда будем сверху подсматривать. Так, ага. Два снайпера засели у них. Фермы, фермы, фермы. Куча ферм, кстати. У-у-у, куча ферм. Может быть и тяжело. Они нас могут перефармить по деньгам. И нам будет понтяжка. А у нас что с фермами? Ничего, что ли? Одна моя фермецкая и все. И больше ничего нету. Ой, мамочки, чувствую, тут нам будет тяжело. 550, давай ферма быстрее. Нет. Не ферма. Так, а кто у нас вообще еще едет? Я не вижу, кто играет, кроме этого. Мама, не горюй. Так. Нет, не фермецкую. Мы будем апать джипаря. Мы будем ставить его. И апать, иначе сейчас вот эти товарищи пройдут. Так, я что-то не вижу. Кем мы еще тащим вообще? Я вижу две своих базы с джипами. Я вижу свою одну ферму. И вижу только одного эльфа. Где все остальное? У меня уже в глазах рябит вообще. Это танк же не наш. Нет, это танк не наш. Тихо, чуть не застрял, прошел. Все, я больше никого не вижу, кроме эльфа. Кем мы вообще играем-то? Та-т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 а. Я вот теперь не знаю, что нам делать там. Так. Надо апать. Нет, нужно поставить еще одного джипаря и апну до второго уровня. Потому что... чтобы было по 60 жизней. Потому что если я апну на третий уровень за 380, особо оно не улучшится, потому что там только будет C4. А, вот, все понятно, где у нас. Деньги копились у него на этого, на миниганчика. Ну все, вроде я выдохнул спокойно, а то я чувствовал нам уже нахлобучек. Все, у нас два джипаря второго уровня и ферма второго уровня.
Сейчас мы босса этого быстренько вольнем. У меня 2 джипаря только по 120 сносят. Так, за 550 сейчас ферму я апну. Так, давай 550, быстрее. То, что у них там ферм-то куча, у них сейчас по баблу-то начнет у них нормально приходить, а у нас мы будем бичевать. Будем дошираки кушать. Так, что у них там, кто еще? У них снайперюги в основном. Снайпер. И эти пикалетчики. Так, я могу ферму апнуть быстро. Есть. Ферма готова. И у нас стоит командос. И... ну, вот этот, конечно, эльф так себе, я вам скажу, товарищ. Что-то он вообще слабоват. Не ахти. Я, короче, его выкинул своего большой бравой команды. И добавил сюда командира. Пускай командир команд... кто хочет, чтобы командовал армией эльф? Конечно, нет. Я хочу, чтобы командовал армией командир. Вот этот дядька с рацией, который стоит. Вот он и пускай командует. Все, вроде нормально у нас уже. Джипы даже почти до конца доезжают. Это значит, мы более-менее уже все зачистили. Но у нас тут идут два босса. Так, давайте я сейчас апну ферму за 1000. Либо еще поставить одну ферму. О, да, тут дилемма. Ну, надеюсь, мы этих двух боссов-то завалим. Надеюсь, да, завалим, потому что здесь хорошо, вот эта чем карта хорошая, очень много этих, как бы, изгибов и двойная петля. Вот раз петля получается и два петля. И пока они все это проходят, вот люди, которые, юниты стоят в центре, они нахлобучивают. То есть обычно вот такая змейка идет прямая, здесь она как бы как в центре двойная петля. Из-за этого здесь очень выгодно ставить. Но нужно их ставить очень плотно, чтобы места всем хватило. Вот зря вот так вот поставили по центру. Нужно было ставить вот сюда куда-то, в самый-самый уголок, чтобы как можно больше юнитов влезли. Потому что нельзя их ставить потом юниты близко друг к другу. Вот такой у него где-то обзор там. Ой, мамочки, у меня же ферма уже могу опять затрещался. Заразговаривался, чуть не профукал. Так, нормально, мы боссов вольнули. Джипари едут, все нормально. Давайте я поставлю еще одну ферму. Что-то ферма... видите, обзор, я не могу их вплотную поставить. Поэтому нужно ставить как можно плотнее именно вот этих юнитов, которые в центре. Потому что в центре на вес золота место. Вот здесь нужно вообще очень грамотно ставить. Для того, чтобы потом в конце тащить. Так, осталось 30 накопить. И мы сейчас апнем ферму. Все, ферму мы апнули. Так, ферму-то мы апнули. Но у нас идут 3 босса уже, да? Справятся, не справятся они. 2 миниганчика, пока я буду фармить. Нам бы тут сейчас не пролететь. А то я сейчас начну тут фармить. Не, нормально, справимся. Они у меня апнутые, тем более, да, по 60. Поэтому каждый сносит по... ну, за одну волну 120, грубо говоря, они сносят. Все, нормально. Так. Ферма. Вот эту бы ферму еще за 1000 апнуть. И потом уже можно тоже будет ставить. Нет, я, наверное, потом буду копить на файзера. Потому что 2 миниганнера у нас уже есть. Командоса. Мне, нам нужен файзер. Так, я хотел глянуть, что там у соседей. Нормально, если я оставлю тут все? Вроде нормально. Должны затащить. Ну-ка, что там? Что там? А у них тоже, между прочим... о, у них уже 2 командоса. Это пикалетчики, это мишура, это мелочь. Снайпера тоже так себе, ребята, но вот миниганчики хорошие. Все, у них вообще все зачищено, молодцы. Молодцы, ребята. Так, а у нас что? А у нас... та-та-та-та-та. Так, ферму за 1000 апнули. Да, у нас тоже, пацаны, ребята, вообще все. Некроманта завалили. И здесь эти с вопросительными знаками идут. Вопросы. Ну, вроде все нормуль. Так, теперь надо думать. 4000, нет, это очень дофига на ферму. Я буду сейчас копить на файзера. Файзера, командира тоже поставим. Главное только, чтобы мне тут место оставили под файзера. Где-нибудь тут в самой середке, чтобы нажигать. Так, 2 босса идут. Опять 2 босса. Ну, нормально, вот эти сейчас товарищи врежутся. По 60, сразу же 120 снимут. И у нас останется накопить 1200. Вот, 1200 осталось уже. Ну-ка. Сколько жизней? Не вижу, сколько у босса осталось. 8 у одного, у второго. Не, нормально, сейчас тоже его затащим. Эти хорошо нарезают. Он где-нибудь до сюда может дойдет максимум, и все. Но это не точно. Может даже не дойдет, да?
Ну, примерно как я и говорил. Так, тут эту армию тоже идет. Нормуль. Так, нам самое главное, сейчас с фермы приносят по 500, то есть за каждую волну уже по 1000. Вот сейчас волна пройдет. Ага. Так, вроде должны успеть, должны. О, все, 3200, это огонь. 3200, это огонь. Ой, скрин просят, давайте скрин сделаем. Все, готово. Так, и ставим фазером. Вот, видите, места-то не хватает. Вот так вот самый уголок. Все, чтобы зажигали, нормально зажигали, нажигали. Можно было даже сверху поставить. А, что-то я тупанул, вот здесь-то мы не захватываем. Но я как апну сейчас, наверное, даже тоже не захватит. Но на пятом уровне будет захватывать всю карту он. Ладно, за 700 сейчас апаем, чтобы нам увеличить обзоры, чтобы здесь вот побольше было. Давай, нажигай, товарищ. Ну, 700. Сейчас вот эти джипари доедут и нормально будет. Давайте, втыкайтесь уже. Все, нормально, зажгли. Ну, за 700, давай. Чтобы я ушел глядеть, что там к соседям. Что там у нас у соседей творится, уже интересно. Вон, можно смотреть, как он нажигает. Как вот, сколько он повреждений нанес. Нормально он ждет. Давай, жги, товарищ, жги. Вот, слышите, как гудит? Сейчас я добавлю. Как печка. Гудит, не знаю, слышно вам, не слышно. Ладно, назад, а то все тарахтит, трещит, ничего меня слышно не будет. Так, 700, все, я могу. Могу. Лобысь. Все, мы почти теперь верхний захватываем и боковинку эту захватываем. Так, у босса осталось 800 жизней, а у соседа? Соседи, я иду к вам. Как у вас дела? Где у них босс? Ну, они что, босса уже вальнули, что ли? Фига себе, они шустрые. Когда они успели босса-то вальнуть? А, нет, вон он шел. Все, они босса только сейчас завалили. А мы? И мы завалили. Нормально. Мы, короче, идем опять вровень. Примерно, я думаю... Да, примерно, думаю, одинаково мы идем. Так. Теперь у нас идет на 18 волне куча боссов первых по 180. Так, ферму надо апнуть быть за 4000. Что первую, что вторую. Не, давайте мы поставим лучше еще одну ферму. И проапаем ее как сможем. Все, вот так вот за 1000. Сразу на 4 уровень, теперь они приносят по 1500. Теперь я буду копить по 4000 сюда. Пока фазер нормально нажигает, 2600, но в принципе можно и фазера будет. Я буду смотреть, если будет слишком больно, пукан будет подгорать, тогда я апну фазера. Хотя у нас тут уже рейл ганнер появился. О, красавчик. Вот он, красавчик наш, да? Блин, нравится он мне, клево выглядит, очень клево выглядит. Рейл ганнер топчик. Такой у него еще этот, монитор на глазу. Там ему, наверное, командир подсказывает, как стрелять. Поправка на ветер и так далее. Так, у них что там творится? Да, нормально все, они тоже все зачистили. Блин, все, что будет тут тяжелая катка. Даже не знаю, кто победит. Самое интересное, что когда все более-менее сильные и интересно играть. Когда сразу же видишь, кто там аутсайдер, а кто более-менее тащит, то уже не так интересно. Вот тут пока непонятно. В принципе, все тащат. Поэтому будет весело. А даже если проиграем, то, как говорится, не корову проигрываем, подписчикам приятно проиграть. Главное, чтобы весело было. Так. Все, 4000, я апаю ферму. Все, ферма у меня 5 уровня по полторушке. Вовремя я ее. Еще пару секунд бы и прошляпил целую 1000. Она бы мне принесла 500. А так я как успел апнуть, она бы мне принесла 1500. Вовремя я успел. Так, 35 волн, да, говорят всего. 35 это да. Вон, у них куча. Целый рассадник рил ганнеров. Так, между прочим, еще один фазер у нас появился. Но я буду сейчас апать ферму. Нам надо вот эти три фермы проапать до конца. Хотя, наверное, может быть и две мне хватит, потому что мне потом все равно придется продавать. Какая у нас волна, кстати, сейчас идет? 22-я. О, нет, еще куча. Апаем ее, они нам у нас окупятся все равно.
И надо еще одну будет успеть апнуть ферму за 4000. Они сейчас приносят по 1500-3000, у меня будет 5000, нормуль. Все, давайте дожидаемся. Я срочно третью ферму на 4 уровень нужно апнуть успеть. Потом буду уже, наверное, фазера нашего более-менее апгрейживать. Босс потает хорошо под фонариками. Еще эти снайперюги рилганеры нахлобучивают. Все, готово, есть. Все, у меня три фермы 5 уровня приносят по 1500. Это 4500 будет только с ферм падать. Теперь я возьмусь за нашего вот этого товарища. Где он? Да, вот 2600. Нужно чуть-чуть добрать. Давай, 2600. 2600, еще чуть-чуть осталось. Ну, троечки не хватает. Нажги троечку, ну. Двоечку. Давай, а единичку. Бог ты мой, как долго, наконец-то, родили. Все, апнули его и глянем тут. Так. Что у соседей? Соседушки, как дела? Как дела у них? Все, они босса завалили еще одного. У них тот идет, а у нас что? Кто тащит? Я уже запутался вообще. Так, а мы тоже босса завалили. Так, идут два в конце. И у них идут два. Ну, точнее, в начале... А, они еще этого не вальнули? Нет, тут пока мы маленько ведем. Да, видите, босс у них еще живой, а мы уже вальнули, да, босса? Впереди, который шел. Да, у нас теперь вон только сзади двое идет. Так, что теперь апнуть нам? Ого, уже фазер. Обалдеть, когда он успел апнул фазера? Да, это, за 14 тысяч. Я только за 4 пока смог. Уже фазер максимально уровня, 5-го. Так, ладно, глянем, что у соседей. Тут уже сейчас самое интересное начинается. 24-я волна. Сейчас тут начнет пукан подгорать. Так, у соседей как дела? Ага. Идут два босса. У одного целой жизни, у второго почти мертвый. Вот только сейчас остался он. А у нас вообще этих боссов нету, да? Мы уже вальнули, что ли? Да, у нас нету этих толстых боссов. Так, пока нормально. Фермы тащат. А у них, кстати, фермы есть? Нет? Я что-то забыл посмотреть. Да, у них тоже ферм куча, кстати. О, у них еще и апнутые они. Да, ну вот не знаю. Вот у них куча ферм-то точно. У них тоже три апнутые фермы, как у меня. На максимальный уровень, но... Еще и дополнительных вон куча ферм. Так, ладно, надо глядеть, что там у нас творится. Давайте я поставлю как командира вот куда-нибудь, чтобы он апал этих всех товарищей наших. Куда-нибудь, может быть, чтобы и тех он захватывал. Давайте вот сюда. Все, ништяк, смотрите. Он увеличил радиус обзора у этих всех товарищей. Сейчас мы его еще апнем. Теперь он еще увеличил у них скорость стрельбы. Теперь они стали быстрее стрелять все. Это хорошо. Давайте еще раз его апнем за 2000 кредитных оружия. О, появилась штука такая. Бейндж 30 секунд. И что-то там, они, короче, стали все быстрее стрелять, но они потом будут откатываться. И это, кстати, еще сколько-то стоит, я не помню. Короче, это типа такая поддержка. Вон он, чувак, у нас стоит, командирует. О, руку назад такой, крутой. Крутецкий чувак, крутецкий. О, давайте за 7700 тоже апнем. Давайте за 7700. И стоит 500, чтобы вызвать наших этих. Я еще ни разу, кстати, их не вызывал. Вот, джипарей каких-то. Короче, БТРы за 500. Ну чё, где у нас товарищи? Какие-нибудь вылазьте, давайте. Вау, нифига себе, какой у него обзор стал. Ха, у фазера. Да, смотрите, он нажигает прям туда, прям в дырку. Ха, обалдеть вообще. Так, ну чё, давайте попробуем призыв, короче, сделаем. Вот, бенчик. Ну-ка, чё, откуда поехали они? Отсюда? О, БТРы поехали, точно. Короче, у них жизней 400. Прикольно, ладно, пускай едут. А что у нас там еще стоит? 12 тысяч, это будет Airstrike, воздушный удар с воздуха. Нет, слишком дорого, мне нужно апать моего фазера. Вот за 14 тысяч фазера апну. Ну-ка, где у нас едет БТР-то? Прикольно. Первый раз, кстати, я его затестил. Ну, у него кепка такая стала уже, генеральская, обгрейженная. Ну-ка, что у соседей там, как дела? Тоже тащит. Оп. Ага. Тоже все пусто у них. Мы все зачистили. Что тут. Ну что, молодцы ребята, красавчики. Так. Ну что теперь? Нет, нужно вот этого файтера все-таки, да, апать нам.
Файзера мы доапаем. Давай, 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 14600. Надо еще 3000, 3300. О, уже апнутый тоже, но это, по-моему, третий уровень. Или нет, четвертый. Когда он будет в какой-то в каюте в такой сидеть или в лифте. Не, когда там я ее называю башня. Башня крановая. Как у крана башня. Тогда они будут уже пятого уровня рилганера. Вот он, кстати. И нахлобучивается сильно так. Звук обалденный. Бэйнч. Ну, ну, где ты? Эй, вот так я рассмотреть. О, красавец. Да, здорово, дядька. Ну чё, опять затишье перед бурей у нас, да? Все залезли, все ждут в ожидании. Ну, чё, где он? Давайте, выползайте. Выползайте, ребятишечки. Блин, вон там, сколько колод сидит, на Тиндию. Так, я уже могу фазера-то апнуть нашего. Конечно, могу. Бенчик. Все, радиус у него какой? Вау, вау, вау. Смотрите, радиус. Ха. Вся карта, обалдеть. Смотрите, бенчик. Вся карта, даже не видно радиуса. Точнее, радиус видно, но нету даже его границ. Все, прям полностью. Нету ни одного пикселя, где бы он не покрывал поверхность. Он, наверное, даже за это уже вылазит. За нашу границу нашей карты. Ха. Прикольно, точно. Смотрите, нету ни одного, ни одной точечки. Где бы он не покрывал, все голубенькое, везде он покрывает. Ха, прикольно. Это потому что усиливает этот командир их. Ну я так думаю. Так, ну что, ферму может поставить, пока деньги есть. Что-то мы вообще все зачищаем очень быстро. Фермы это волны идут так быстро, что, точнее, так быстро зачищается волны, что даже вообще тишина. Все чисто просто, вся карта чистая и из этого тихо, никто не стреляет. Так, а у них, короче, куча этих миниганчиков. А я миниганчиков даже не ставил. Блин, ну прикольно, у нас 30-я волна уже идет. Но я, наверное, давайте поставлю еще фазера. Буду ставить их вот возле этого. Возле нашего командоса, чтобы он был максимально у нас бафнутый. Давайте вот так. И насколько сможем, на 4800 не хватает. Может же паре этих продать, нафиг они мне нужны. Не, я их буду продавать тогда, когда уже в конце у меня не будет мест. Когда нам не будет не хватать слотов. То, что максимально 15 слотов можно поставить юнитов на карту. Все, опять зажгли что ли. Все, ништяк, нормально, Так, справляемся, пока справляемся. Так, сколько у него? Третий уровень, 4800 надо. Ва, капец, жара. 30-я волна. Ну чё, сейчас боссы уже пойдут эти. Золотые, желтенькие. Ой, товарищ на голову наступил. Ну-ка, глянем, что там у соседей. Да у них тоже там тишина, они тоже всех вальнули. Они тоже всех завалили, да? Да, вон все молчат у них. Все, боссы пошли, да? Капец, боссы просто как эти, ложатся. Спать, еще один спать. 1600 было, 1600 не стало. Еще одно, раз, два, 3, 4. За 4 секунды помирает босс. А здоровый до сколько? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. За 8 секунд. Ну да, все правильно. У этого же 1600 жизней. А у этого 3200. Этот за 4 секунды помирает, а тот за 8 ложится. 8 секунд и нет босса. Ништяк. Так, а тем временем я уже за 4800 апнул. Так, а командир нам приносит деньги? Интересно. Или он нам не приносит деньги? А, ну он, наверное, приносит деньги из-за того, что начинают юниты наши сильнее стрелять. И из-за этого больше денег, наверное, я так думаю. То есть, приносят другие. Вот сколько нам, кстати, фазер принес? Нам фазер уже 8600 принес. Но он пока еще не окупился. Он стоит около 20 тысяч, наверное, даже больше 20. Потому что 5 уровень это 14600. Плюс 4800. Четвертый уровень. И там 2. И 700 там. Ну да, около 20-23 тысяч, я думаю, в сумме он стоит. Файзер полностью апнут. Если сложить все апы на всех уровнях. Так. Че нам? 4800 же надо, да? А, нет, 4800 надо. Нам на 14 тысяч уже по максимуму. Да, будет тяжко. Сейчас уже все после 30-й волны пукан будет напрягаться. Ну-ка, чего взглянем, что там у соседей. Соседи, как дела у вас, а?
Нифига себе, катка у нас уже 24 минуты идет. 25 даже, обалдеть. Так. У них идут боссы. Так, так, так. Вау, нифига их там сколько побежало. А у нас-то как дела там? Мы-то их сдерживаем, нет? Ну, так, они маленько продвигаются тоже, но не сильно. Мне кажется, у них они дальше продвинулись. Мне кажется, мы чуть-чуть быстрее валим их, нет? Ну-ка, у нас идут вот здесь, по второй загогулине, а у них они уже до центра практически добрались. Да, они вот здесь уже у них идут. Мы чуть-чуть быстрее пока их валим. Но они хорошо тоже справляются. Но у них нету рейлганеров. У них в основном огневая мощь вся это командосы. Командосы тоже тащат. Вон они нажигают, дай боже. 3200. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Да тоже за 8 секунд босс падает, так же как у нас. Но у нас уже все зачищено, вообще все пусто. А знаете почему? Я понял почему. Потому что вот эти командосы, они просто не достают, когда они только начинают выходить. Потому что у них радиус обзора меньше, поэтому мы-то нахлобучиваем, когда они только начинают выходить из-за моего командира. Они нахлобучивают гораздо позже. Фу, блин, они выжили. 3200. Ой, 200 оставалось, 320. Все, нормуль. Так, 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 так. Ну чё, апаем фазера. Все, еще один фазер готов. О, светомузыка какая. Светомузыка. Так. Так, я еще столько уже... Раз, два, три, четыре, пять. Еще пять рел... этих... рилганеров. Целая армия. Обалдеть. Просто обалдеть, сколько их. Красиво, кстати, стоят тогда, ровненько, в ряд. Вау, красавцы, просто красавцы. Да, 5 штук, это вам не кухры-мухры. Так и у нас и тут еще рейлганеров, ой, этих фазеров куча. И командир стоит, вау, красота вообще. Так, глянем, что у соседей. Кто там? Вы еще живые, соседушки, вы живые? Да, они вообще нормально тоже справляются. Все, 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 все в ажуре. Все у всех в ажуре. Так, ну сейчас глянем, 32-я волна. На 35-й там вообще будет жесть. А мне кажется, они сейчас не смогут эти забрать. А может быть и смогут, не знаю. Им бы танков бы апнуть. Вот танками бы вы они, наверное, затащили. У них же у танка по 600 жизней. Так, ну-ка, ну-ка. Сколько у них? А, они еще и фермы свои не доапали. У них, получается, вот эти фермы, сколько там, 3 штуки было? А, нет, уже 4 апнутые у них. Ну чё, дойдет он, не дойдет? Босс. Ва, сейчас босс дойдет у них. Или нет? Ну, давайте, ребята, держитесь. Капец, опять что-то зависло. Все, босс дошел. Good game, хорошая игра. Где наши товарищи? Вот наши товарищи. Блин, ну потная катка была. Молодцы, ребята. Вообще молодцы. Хорошо играли. Прям вообще респект и уважуха. Было весело. Было прикольно. Было просто офигенски. И мне понравилось. Молодцы. Было весело вообще. Уа, 28 минут катка длилась. Офигеть. Но было весело. Мне понравилось. Все, друзья. С вами был Капанда, увидимся в следующих видосах. Не забывайте подписываться на канал и ставить Лукаса. Всем пока-пока!